Около сотни человек решили принять участие в открытом первенстве и чемпионате города по танцевальному спорту. Для начинающих спортсменов организовали турнир «Маленькие звездочки», в котором самому младшему танцору 3,5 года. Сейчас спорт помолодел, приходят дети совсем маленькие, от 3, как я уже говорил, 4-5. Это уже, в общем-то, стандартный возраст, когда родители начинают приводить деток. Сегодняшний турнир плановый. Перебои с подачей электроэнергии не помешали. Правда, в последнюю неделю тренировок было меньше, но желание танцевать лишь возросло. Не дома мы ходили, также на тренировки. И сюда приходили в Мосон на тренировки в субботу, вот вечером. Всегда звонили, узнавали, если есть тренировка, все, летим, бежим. Мы тренируемся, потому что, ну, почему дома сидеть? Даже во время разминки было видно, что танцоры соскучились по паркету. Спорт, танцы – это тоже спорт. В общем-то, призван преодолевать сложности, преодолевать трудности, что мы, в общем-то, благополучно доказываем не словом, а делом. И наши маленькие спортсмены, кто пришли сюда, они, в общем-то, явно этому подтверждение. Победители соревнований попадут в сборную города и будут представлять Севастополь на всероссийских турнирах в 2016 году. Денис Остроушко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.